Доброе субботнее утро. У нас сегодня женская половина семьи, все на кухне. И каждый готовит что-то себе сам. Маша готовила себе из ягод асаи десерт. Мама готовит себе смузи зеленый. Она начинает каждое утро с этого зеленого смузи. Я сделала быстро конвертики из яиц. Сразу говорю рецепт. Буквально 2 яйца, ну 1,5 яйца. Я сделала вот на 3 порции. У меня ушло 5 яиц. Просто взбиваете яйца, тоненьким слоем выливаете на сковородку, на сухую сковородку. Яйца просто без молока, без всего, чуть подсолили. Запекает с одной стороны, в центр помидорки порезанные и тертый сыр. И вот заворачиваете так вот конвертиком. Все, ничего. И у нас еще круассаны, запеченные в духовке с сыром. Я сделала свежий сок, разбавила обязательно его водичкой. Это апельсиново-морковный фреш. И все. Что ли, больше у нас ничего не будет? И посмотрите, какие красивые у меня цветы. Посмотрите, какие красивые лилии. Они так, они прям пышат. А запах не передать просто. И вот букет какой красивый. Смотрите, какие розы. Вкуснятка. То, что еще напоминает о моем дне рождения. И тюльпаны, и вот шарик. Красота. Смеемся. Мы сейчас едем на дубайскую фоторамку. Ура! Наконец-то! Потом заедем в Outlet Mall. То куда? То куда? Машулька будет уроки делать. Фоторамка. Наконец-то мы до нее доросли. В плане того, что я считала ее не очень интересной всегда, а потом, знаете, почему-то захотелось разнообразие. И вот, собственно говоря, на сайте забронировала билет и купила. Цена билета 52 дирхама на человека. Поэтому все делайте через сайт, не через посредников. Через посредников всегда дороже. Тут можно забронировать дату, а по времени написано в любое свободное время до... с 8:30 утра работает до, по-моему, 9 вечера. Да, с 9 утра до 9 вечера работает фоторамка. Вот, поэтому сейчас... Сегодня нету облаков, не как вчера. Нам немаленько не повезло с погодой. Но повезло с местом. А сегодня должно повезти с погодой, и с местом. Поэтому едем. Пообщались сейчас в прямом эфире в Инстаграме. Ну, как пообщались? Немножечко поприветствовали друг друга. Рассказали, куда мы едем. Коротко, как у нас дела. Когда Ахмедушка уезжает, когда мама уезжает, насколько кто приехал. Вот это парк Забиль. Перед рамкой находится. Здесь в этом парке есть два парка. Один парк рядышком с этим парком. Есть два парка. Парк динозавров и парк светящихся фигур всяких. Ну, причем, ну, такой в подсветке, в красивой, который работает, начинает в вечернее время. И не совсем недалеко, через на ту сторону рамки, там очень, там есть, ну, дворцы шейхов, и там очень много-много павлинов. Просто их большое количество. Мы туда проедем, обязательно просим Ахмедушку, пофотографируемся. Какая она красивая, когда вот рядышком. А главное, что представишь, сколько на нее золота ушло. Gold frame. Когда издалека, она не кажется такой большой, а когда подъезжаешь близко, ты ощущаешься таким маленьким и думаешь, надо же, построили такую огромную-огромную рамку для того, чтобы просто... Она же, в принципе, никакой не несет никакой истории, никакой ничего, ни культуры, никакой описывает. Просто фоторамка. Идея была такая, что глядя на одну сторону, если вы встаете, вы видите старый Дубай, на другую новый Дубай. Вот и все. Дубай from entrance gate 4. The parking is there, I think. Back? Какая же она огромная. Ой-ой, говорит мама. Слышите? Ой-ой. Кокосики. У-ху. Все очень гостеприимные. Добро пожаловать. Сколько здесь человек работает, да? Должно входить. Входит.
как здесь красиво. Это мы сейчас сядем в огромный лифт и поедем вверх. Окей. Можно здесь зайти и увидеть, каким был Дубай 50 лет назад. То есть вам тут еще и музей. Понимаете? Не только фоторамка. Смотрите, вообще пустыня. Это был Дубай. Мама, это был Дубай. Вот это просто был Дубай. Представляете? Думала, сейчас так там делать. Вот, собственно говоря, картинка. Пятьдесят лет назад. Машинки швейные. Красивые. Да, ты идешь как будто по старым домам, вот таким по улочкам по старинным. Вот эти их палочки знаменитые, которыми они танцуют. Ну, собственно говоря, специи, соль, какие-то еще специи тут. То, чем, собственно говоря, славится Дубай. Первым был построен аэропорт. Ну, в принципе, наверное, это во всех местах первым строится аэропорт. Yeah? First, what people need to build, it's airport, yeah? If they want to develop airport and roads. Да. Поэтому сейчас Ахмедушка говорит, то, что он сейчас занимается аэропортом как раз в том месте, в Саудовской Аравии. Поэтому аэропорт – это важно. Тысяча девятьсот восьмидесятый год, смотрите, открытие. Вот у нас уже лифт нас ждет. В лифте, наверное, всего лишь одна кнопка. Это лифт уже? Да. Переход какой-то. Да, здесь только одна кнопка вверх и вниз, и все. Да, поэтому сейчас мы будем смотреть на Дубай, подниматься с высоты на очень-очень высокий этаж. Выше облаков. Я вижу флаг. Вы видите самый большой флаг Дубая? Да, вон он. На Джумейле. Там была. That's crazy. Yeah, I have been there with school, with my school. Да, это, кстати, очень хороший парк для отдыха. Здесь очень много зон для барбекю есть, куда можно прийти просто. Вон там семьи, кстати, сидят уже, видно. Можно взять только свое мяско, и все, там есть мангалы, скамеечки. Туда обычно приезжают вот семьи для того, чтобы посидеть, пикники поустраивать. До облаков поехали. Халас? О. Guess we're coming to the prison zone. We are right now 150 meters high. You can open it and exit. Мама, пошли. Пошли. Наступай, пошли, говорю. Пошли. Я сейчас надела, блин. Да. Мама написала сердечки. Все у нас такие влюбленные. Ну давайте, в общем, посмотрим на старый Дубай. Вот он. Отсюда видно Дейру. Собственно говоря. И на
Пойдемте посмотрим новый Дубай. Эх, маме понравилось, да? Ой, как здорово. Пойдемте посмотрим. Немножко дымка вверху стоит. И новый Дубай. И здесь есть Шейх Заид прямо на таком сквер. Смотри, как прям портрет, что Шейх Заида сделал на зелени, на поле. Я не заметила, вот я только сейчас заметила. И, собственно говоря, это новый Дубай. Финансовый центр, даунтаун. Собственно говоря, и все. Прошлись, пофотографировались. Здесь можно попить кофе, чай. Пол вот этот прозрачный, конечно, супер замечательный. Посмотрели на Дубай с двух сторон. И выходим. И в конце нас ждало 3D. 3D такой фильм. Ты прям чувствуешь сам, как будто тоже летишь, пошатываешься. О том, какой будет Дубай через 50 лет. Но я думаю, что многое, что, чего здесь показывает, это как раз то, что уже ожидает Дубай в ближайшие годы. А именно вот эта вот капсула, которую строят между Дубаем и Абу-Даби, которая будет доставлять пассажиров за 12 минут до Абу-Даби из Дубая. Расстояние 126 километров. Летающие такси. Летающие полицейские. На летающем транспорте. В общем. Чувствуете, как будто шатай, да? Да. А это похоже, как будто... А, Transport Solution. Смотрите, какие виды транспорта. Красиво. На выходе. What is the height of this frame? 720. 120 метров. Показывает, куда выходить. Награды, которые получила рамка в 2018 году. What do you think about construction? It's fantastic construction, as usual, small things, easy to use, especially for glass up, it's above the electricity, we have more electricity, it become untransparent when you move again, it's transparent, and the house, you lift up the bridge from down to up, 3 milli each second, 2 days. Now in Russian, please. Скажи, да. Стараюсь перевести вам. Вот, а теперь здесь нужно найти нашу фотографию, где мы фотографировались. Там можно было сфотографироваться, и фотография отправляется на вот этот большой экран, где нужно себя найти, вот так вот продвигая фотографии. И Ахмедушка меня сразу нашел, это было фантастика, конечно, среди кучи вот этих фотографий. И как всегда это бывает, на выходе всегда сувениры. Сувениры с фоторамки. Вот такие брелоки. Смотрите, какие красивенькие. Сумочки, эко-сумки. Вы уже знаете, что мы предпочитаем отказываться от пластика. Ну, ручки, естественно, футболки, книги, кепки. Вот такие красивые есть сумки с золотыми фоторамками. Вот. 59 дирхам.
О, смотрите, песочек. Yeah, it's like maybe it's like watch. Yeah. And here is what? Ah, beige. Блокноты, кружечки, подушечки. Цена подушечки вот 79 дирхам. Yeah. Бутылочки. Вот такие есть, пожалуйста. За 250 и за 200. Карты. Магнитики. Where is our mom? Маша took her outside. А, наверное, отсюда не вышли. Because there is no way. I hope. В общем, идем искать маму с Машенькой. Где они? Здесь прям все супер современное, действительно, прям все конструкции, обслуживание, не знаю, это не описать человеческими словами. Наверное, нужно придумать какой-то один термин всему этому. Сверхвысокотехнологичное здание. Только в Дубае можно так проезжать и увидеть, что знаки, которые показывают о том, что аккуратно, будьте осторожны, здесь могут быть павлины перебегать дорогу. И мы сейчас будем присматриваться, потому что их действительно должно здесь очень много. Давай, павлин, выбегай. Они же Маш, хочешь павлина везде? Себе? Да, хочу. Мы возьмем для Рокки подругу взять. Павлин же младенцы. И здесь все машины едут медленно, потому что действительно птички могут внезапно вылететь на дорогу. Вообще классно так птичек слушать. А, здесь хоспиталь какой-то есть. Я не удивлюсь, если отдельно будет хоспиталь для павлинов. Здесь лошади, здесь hospital for horses. Специальный госпиталь здесь для лошадей. Вот справа даже. Если бы вы знали, в каких условиях здесь содержат королевских скакунов, может быть, когда-то мы с Ахмедом сможем туда поехать, потому что там по приглашению только в конюшню шейхов, где можно сделать обзор, в каких условиях содержится каждая лошадь, что она ест, это просто надо видеть. И мне мой коллега рассказывал, и я, конечно, удивлялась. А может быть, и даже не удивлялась. Какой красивый. Это финансовый центр Дубая. Вон, смотри, впереди вон. Да, гуляет. Вон их много. Переходят дорогу, вот, кстати. Вон. Только проезжая в Дубай, по дубайским дорогам, можно вот так увидеть павлинов, которые переходят дорогу. Главное, не напугать их. Вон. Мои девочки. Это девочки. Девочки обычно такие красивые, как мальчики. А вот мальчики, конечно, красивые. Как раз пушат свои хвосты. Очень красивый район. Сейчас проезжаем. Кстати, вот Женева гостиница. Самая высокая гостиница на сегодняшний день в мире. И высоту... Собственно говоря, рекорд она побила только потому, что у нее есть вот такой вот шпиль, где она вот, есть шпиль наверху, который и придал ей высоты. Ой, так хорошо, уже без кондиционеров, если честно, ехать. Здание, конечно, здесь видно, что здесь бизнес-офисы, отели. А едем мы сейчас пообедать в Jumeirah Emirates Towers. У нас есть ваучеры. У нас как раз четверо. То есть у нас будет ровно 50% скидка.
едем и вот в эти гостиницы. Это два здания. Мы здесь уже отдыхали. В этих гостиницах, конечно, отдыхают в основном, наверное, бизнесмены, но также отдыхают и семьями, потому что всем предоставляется бесплатный вход на пляж сети Jumeirah. Это пятизвездочный отель. В данном случае в этот отель предоставляет вход на пляж Jumeirah Beach Отель. У них есть свой шаттл, бас. Это вот территория с правой стороны, тоже их сад, и здесь очень много павлинов. Еще в этом отеле есть специально один этаж только для женщин. Этаж называется Шопард, где допускаются только одни женщины. Он прям закрыт по специальному входу. А внизу это находятся торговые павильоны и зона, которая может вас вывести напрямую в финансовый центр. Стала снимать для вас наш обед. Обед как обед. Кушали все, что хотели. Вот. И сейчас Машулька поедет на метро домой, а Ахмедушка нас отвезет с мамой в Outlet Mall. Мама куда-то пошла? Не знаю. Ну, куда-то пошла. Ну ладно. Всем привет. Бегу с работы. Бегу сейчас делать маникюр, педикюр. Потом у меня кое-какие покупочки для Ахмеда в Саудовскую Аравию, потому что он меня завтра провожает и сам улетает. А я ему соберу сумочку. С вкусняшечками. Он сказал, что ему очень не хватает разнообразия чая, как у нас. Вот мы любим пить Гринфилд с разными вкусами. Поэтому я сделаю маникюр, педикюр и съезжу в Карфур, куплю вкусняшек ему. Все, сделала ноготочки. У меня были очень запущенные ногти, видите, там и заусеницы были, но девочка справилась на ура. Это новая коллекция из лаков Luxio, осенняя коллекция. На ножках у меня тоже новая коллекция, попозже покажу. Такая темно-красный лак. И посмотрите, какие в Дубае облачка. Красота! Как я соскучилась уже по дубайским облачкам. Сейчас сяду на метро и доеду до Mall of the Emirates. А Ахмедушка к тому времени отвезет Машеньку к офтальмологу, проверить глазки ее. Сейчас будем делать распаковку продуктов. Я заказала, здесь есть Hello Chief. Это такой сервис, когда выбираете 4 рецепта, например, на неделю, потом выбираете, на сколько человек вы хотите приготовить, и вам присылают уже готовый рецепт, расписан, как делать, что делать, и продукты. То есть вы сами готовите все блюда от шеф-повара. И мы сейчас посмотрим, что у нас пришло на эту неделю. Неделю, которой мне не будет. Вот здесь вот такие вот рецепты. Вот они. То есть прям расписано, во-первых, сколько калорий. Во-вторых, как готовить. Вот я выбрала 4 рецепта. Вот такой вот суп машрум-крем. Вот такой вот из говядины с манго-салат. Здесь у нас какой-то тушеная рыба с чем-то. И здесь курица песто, какой-то запеканка. И сейчас я покажу, Машенька покажет, как это все здесь сделано. Итак, вот здесь вот расписано, например, коробочка для какого рецепта. Вот, для примера, давайте один откроем, машрум. Ну-ка, открывай. Вот для крем-супа, вот грибочки, лук, сыр, сливки, еще вот такие грибочки. Все специи обязательно, горчица, лук, кусочек сыра, еще вот такие грибочки, лук, соевый соус. Все, в общем, все по рецепту досконально, прям вот досконально. Тут такие интересные грибочки. Машрум драйд. Это вот один рецепт. Таких рецептов здесь 4, вот, только разных. Это у нас, это хлеб обязательно должен быть, да. Супер какой-то там хлеб. Там тоже какой-то супер хлеб. Вот это у нас все так сложить можно в сумку, прям в этот. И куда, не знаю, как в холодильник это все сложить. Будем вытаскивать сейчас банки все. А внизу еще что-то, ряд. Давайте посмотрим, чего там ряд внизу. Мясо. Мама, тут у нас прямо чикен. Давай.